Для ценителей классического стиля компания Simfer предлагает комплект встраиваемой техники в ретро-дизайне. Это газовая варочная поверхность H60V41O517 и электрическая духовка B6EO18017. Расскажем о преимуществах варочной поверхности. Панель покрыта эмалью светло-бежевого цвета. Ручки управления стилизованы под бронзу. Составные решетки изготовлены из чугуна. На рабочей поверхности расположены 4 газовые конфорки различной мощности. Экономичная конфорка для небольшой посуды, стандартная конфорка, конфорка повышенной мощности и специальная конфорка с тройным рядом пламени. Это дает возможность готовить блюда в 2 раза быстрее. Зажигание пламени осуществляется автоматически при повороте газового вентиля. Максимальную безопасность при работе с рабочей поверхностью обеспечивает устойчивая чугунная решетка и система газ-контроль, которая предотвращает подачу газа в случае угасания пламени. Для баллонного газа панель комплектуется специальными жиклерами. Это удобно для пользования панелью там, где нет магистрального газа. Электрический встраиваемый духовой шкаф B6EO18017 также представлен в ретро-дизайне бежевого цвета с фурнитурой цвета бронзы. Прибор имеет А-класс по энергосбережению. Духовка объемом 58 литров имеет 7 режимов приготовления, включая режим гидроочистки камеры. Внутренняя поверхность камеры покрыта антипригарной эмалью легкой очистки, что позволит без лишних хлопот содержать ее в чистоте. Панорамное внутреннее стекло дверцы снабжено функцией Easy Clean. Легкость в извлечении внутреннего стекла достигнута благодаря специальным фиксаторам, расположенным по бокам дверцы. Управление духовым шкафом просто и понятно. Всего 3 ручки управления. Выбор режимов духового шкафа, механический таймер на 90 минут и термостат выбора температуры. Направляющие духовки позволят разместить противни на 4 уровнях и готовить несколько блюд одновременно. В комплект духового шкафа входит 1 решетка и 1 стандартный противень. Это стильный комплект встраиваемой техники от компании Simfer порадует своих владельцев долгой и надежной работой. Готовьте на здоровье!